Ну, все нашли? Мы готовы. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Какой-то странный. Эту соплячку. Да пошел ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? Другое убежище. Там склад оружия. А мы не хотели чинить машину? Мы? Билл, слушай. Я же сказал, детали в другой части города. Я туда никогда не хожу, потому что там зараженные. Нужно оружие. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. А мне так... Ой, фу. Кажется, что вы, голубки, того. Может и так. Ну, теперь сюда. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. Ну, понеслась. Боже, Джоэл! Мне тут помощь нужна! Я здесь! Помоги мне! Убери его от меня! Вот же хрень! Ну ладно, еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы со склада. Да. И оттащить. Теперь он говорит изгороди. Сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл. Джоэл. Сюда. Лезем наверх. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты-то должен понимать. О чем он? Неважно. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Куда нам? Пришли. Нам в погреб. Теперь сюда.
Ну, пришли, чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засранка. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Так, сначала я хочу тебе кое-что показать.